В России День химика отмечается в последнее воскресенье мая. В этом году праздник пройдет 31 числа и станет 40-м по счету. В условиях пандемии химические предприятия страны одни из первых вступили в борьбу с новой угрозой человечеству. Задача стояла непростая – наладить производство большого количества дезинфицирующих средств для обработки рук, помещений и улиц. С задачей они справились. Тем временем продолжалось и производство необходимых химических средств защиты растений сельскохозяйственного назначения. Филиал компании «Август», Вурнарский завод смесивых препаратов, которому в этом году исполнилось 90 лет, практически не останавливал работу в период коронавируса. Компания «Август» является крупнейшим отечественным производителем химических средств защиты растений. На ее основной производственной площадке в Урнарском заводе смесивых препаратов производят более 100 наименований химических препаратов от сорняков, болезней и вредителей сельскохозяйственных культур. Свой профессиональный праздник коллектив встречает высокими производственными результатами. С января по май 2020 года здесь произведено почти 11 тысяч тонн препаратов, что на 44% больше объема аналогичного периода 2019 года. Отгрузка готовой продукции со складов завода в этом году увеличилась на 38%. Этот год для завода юбилейный. Исполнилось 90 лет со дня выпуска первой партии продукции. Мы работали и работали достойно, и мы тем самым обеспечиваем будущее нашего завода. Если, конечно, на заводе трудятся целые династии заводчан, многие орденоносцы, ударники, просто скромные труженики, которые внесли неоценимый вклад в развитие завода и в экономику нашей республики. «Август» реализует в Урнарах крупные социальные проекты. Для вурнарцев построены фитнес-центр, парк здоровья и отдыха «Август», плавательный бассейн. Вложено более 30 миллионов рублей в реконструкцию стадиона. Более 160 детей занимаются в спортклубе «Химик» футболом и фитнес-аэробикой. Детские и взрослые футбольные команды «Химик Август» – многократные чемпионы и призеры республиканских и российских турниров. Вурнарский завод является крупным налогоплательщиком, тем самым вносит весомый вклад в развитие региона. Хочу высказать слова благодарности коллективу за столь успешную работу, ну и, конечно же, за тот вклад, который вы осуществляете в социальную сферу, развитие спорта, развитие и поддержку здорового образа жизни, благоустройства территории. Отдельно благодарность за то, что вы достойно продолжили те традиции, которые были заложены еще довоенные, военные и послевоенные годы работниками завода того времени. Ну и, конечно же, сумели подготовить вот уже тогда еще молодых, наверное, специалистов, наверное, надо так назвать, и уже теперь действующий коллектив для того, чтобы они достойно продолжили вот тот путь. Хотя у завода солидный возраст, он выглядит молодо. Здесь модернизируется оборудование, совершенствуются технологические процессы, успешно запускаются в производство новые препараты. На заводе действует современный научно-производственный центр. Промышленно-санитарная лаборатория тщательно отслеживает состояние окружающей среды. Продукция завода поставляется земледельцам через собственную сбытовую сеть компании «Август», а также через дистрибьюторов. География поставок широка, включает все аграрные регионы России, страны СНГ, а также дальнего зарубежья – Колумбию, Марокко, Эквадор, Египет, Тунис и другие.